по велению души и зову сердца. Гнюшахтеры на территории шахты Котинская СОЭК «Кузбасс» возведут часовню в честь смоленской иконы Божьей Матери, именуемой Адыгидрия, что значит «путеводительница». Накануне здесь совершили чин освящения закладного камня. С древних времен горняки с надеждой обращались к чудотворным святыням и приходили в храмы, чтобы в молитве найти защиту, покров и помощь. Сегодня технологии добычи черного золота шагнули далеко вперед, а по уровню безопасности соответствуют мировым стандартам. Но путь к церковной лампаде, как и прежде, остается востребованным. Часовня в честь Божьей Матери Адыгидрия на предприятиях компании СОЭК станет третьей по счету. В рамках празднования Дня шахтера 2011 на территории шахты Комсомолец была освящена часовня в честь святой великомученицы Варвары, а также на шахте имени Кирова, но уже в честь святого архангела Михаила. Вера без дел мертва есть, как тело без духа мертвое, поэтому не только мы должны веру подтверждать своими словами, но и делами. То, что мы делаем сейчас, это веление, так можно сказать, времени и необходимо для нашего духовного роста, роста нашего населения, чтобы люди были не только по названию верующими, что они крещенные, но чтобы и совершали действия нашей веры. То есть и молились, приходили, и свечки поставили, и просьбу совершать ко Господу. К осуществлению своей заветной мечты именно так горняки относятся к возведению часовни, руководство шахты шло не один год. Вопрос о строительстве поднимался не раз, но все-таки решился положительно. Часовня будет и будет открыта для посещения круглосуточно. Это даст возможность горнякам любой из смен перед спуском в забой укрепиться духом, а также помянуть погибших коллег. Я хотел бы, чтобы здесь я мог всегда вспомнить про своих друзей ушедших, про шахтеров. И помня о них, о судьбе некоторых из них, тяжелой, трагической, не допускать этого впредь. Мне кажется, что вот то, что мы сегодня начинаем, это совершенно гармоничное и естественное желание. Строительство часовни поручено компании «Гражданпромстрой». Выполнить работы им предстоит в кратчайшие сроки. На возведение места покаяния и молитвы им дали менее 4 месяцев. Но специалисты уверены, что с Божьей помощью они выполнят поставленную перед ними задачу. Здание довольно небольшое, то есть примерно 5 на 5 оно будет. Вот высотой около 15 метров до вершины креста. Вот, ну, довольно изящное и красивое. Снаружи и внутри будет облицовано природным камнем, мрамором и гранитом. Будет куполочек, крест наверху. Ну, то есть все присущие черты православного храмостроительства будут здесь, естественно, видимо. В завершении чина освящения благочинный церкви Прокопьевского округа отец Владимир выразил шахтерам искреннюю благодарность за тяжелый и самоотверженный труд. От всей души пожелал, чтобы молитвенное представительство Божьей Матери укрыло их от бед и опасностей. В планах же руководства СОЭК «Кузбасс» возвести подобные часовни на территориях всех шахт компании.